Центре социальной помощи семье и детям Кызыла прошло мероприятие, приуроченное ко Дню юриста. Так, сотрудники Министерства юстиции республики совместно с представителями различных силовых структур встретились с детьми и рассказали им об их правах и обязанностях. Кроме того, устроили для ребят праздник, подарив им не только необходимую зимнюю одежду, но и сладкие подарки. Со своей стороны, воспитанники социального центра встретили гостей праздничным концертом. Юные таланты исполнили песни, продемонстрировали танцевальные постановки русского и тувинских народов. В конце мероприятия педагогический состав центра поблагодарил всех присутствующих и организаторов праздника за оказанную помощь и внимание детям.